Экскурсия школьников закончилась визитом в травмпункт. В Ярославском музее истории города охранник налетел на 12-летнего ребенка. По словам сопровождавших детей учителя, все произошло на первом этаже учреждения культуры. Шестиклассники одевались в гардеробе. Ребята несколько десятков школьников вели себя громко, смеялись и разговаривали. Такое поведение детей пришлось охраннику не по нраву. Вначале он окатил школьников нецензурной бранью, а после начал размахивать кулаками. 12-летнему Александру Смирнову удар пришелся в лицо. Остальные дети и учителя отделались сильным испугом. Кричал очень долго, ребята, причем уже успокоились, но почему-то он не успокаивался. И вдруг ни с того ни с сего, очень сильно, я это видела, ударил мальчика по лицу одного из мальчиков, Сашу. Затем кинулся на другого мальчика, побежал. В этот момент я пыталась уже его успокоить, сказала ему: «Не смейте бить детей», после чего он развернулся и уже пошел ко мне. Я даже испугалась, что он меня решил ударить, но потом он развернулся, очень громко и страшно выругался матом, ну и удалился. Экскурсия в Ярославском музее истории города является официальной частью школьной программы. В учреждении культуры комментировать ситуацию нашей телекомпании отказались. Сообщили лишь, что сейчас заняты выяснением обстоятельств. Дать пояснение пообещали завтра. Мама пострадавшего мальчика уже написала заявление в полицию. Первый Ярославский будет следить за развитием этой истории.